Всем доброе утро. Я еще не встала, но скоро я уже проснусь. Да, будильник кричит, конечно, очень мощно. Ну что, я уже проснулась. Поднимаюсь со своей кроватки. Будем просыпаться. Не вставая с кровати, пью воду. У меня вот такая вот новая бутылка. Теперь буду пить именно из нее. Заправляю постель. Про нее никогда не забываю. Еще на кровать я люблю класть разные подушки, а особенно мягкие игрушки. Это очень мило. Делаю непонятную прическу на своей голове для тренировочки. Сегодня я поленилась заниматься, поэтому сейчас сделаю небольшую разминочку, разминаю шею, руки, а также делаю планку. Завожу таймер на 1 минуту и стою в планке целую минуту. Поехали! Планка закончена. Да-да, прям вот так вот падаю я после планки. В общем, сейчас после тренировочки я пойду на завтрак. Не супер полезно, но вкусно. Вот такие вот бутербродики, ну и, конечно же, водичка. Приятного аппетита! Друзья мои, ну что, я сходила в душ, точнее, позавтракала, сходила в душ, почистила зубы, помыла голову, и вот сейчас съела со своей мокрой головой. Я не знаю, почему-то я не очень хочу сушить голову, потому что это занимает у меня очень много времени, полчаса это точно занимает, вот. А если сделать какую-то укладку, например, выпрямлять волосы с помощью фена и расчески, это вообще целый час уйдет. Вот, поэтому я что-то не очень хочу, я сейчас просто расчешу мокрые волосы, и потом оставлю их сушиться самим, вот. Хотя, блин, мне еще видео сейчас писать. В общем, я снимаю это видео, вы его смотрите на канале, а когда оно еще не вышло, я его снимала. Вот, и когда я его снимаю, мне, типа, второе видео надо сейчас записывать. Я что-то мокрыми волосами буду. Наверное, все-таки придется мне посушить, но пока что я пока не снимаю второе видео, пока буду с мокрыми. Пусть сами сохнут. Потому что, ну, фен как бы не супер полезный для волос, ну и тем более мне просто не очень хочется. Вот, лень. Вот так хорошо расчешу. Я перед мытьем головы расчесываю волосы, то есть очень хорошо их прочесываю, если где-то запутанные волосы, распутываю. Вот, и после мойки я тоже расчесываю. Вот так. Хорошо расчешу. Вот, я сейчас, в общем, одна дома, все разъехались. Папа по делам, моя мама с братьями с моими тоже уехала. Я сейчас одна с Дасечкой сижу дома, привожу себя в порядок. К сожалению, у меня нет никакой масочки, патчей, чтобы что-то нанести на свое лицо. Поэтому сегодня без этого. Что-то нет, очень прилизанная прическа, как-то не очень красиво. Давайте лучше сделаем вот так. Что-то непонятное на моей голове пусть сидит. Так, крабиком закреплять я не буду, потому что у меня тогда точно волосы не высохнут. Все, не буду ничего делать со своим лицом. Бальзам сейчас на губы нанесу и все. Потому что мне как бы сейчас никуда не надо. Видео я буду записывать чуть позже. Перед видео я немного
это приведу себя в порядок, вот. Вроде бы я все утро мое показала с 7 утра, а сейчас у меня уже 9:10. Я начала снимать видео не прям в 7 утра, потому что в 7 утра я только встала. Вот, я где-то, наверное, 7:30 где-то начала снимать, ну, где-то так. Вот, и, скажем, утро с 7:30 у меня закончено. Я его провела, закончила утро, и начинается моя ежедневная рутина. Но я уже выкладывала, как я провожу свой день. Конечно, все дни у меня проходят по-разному. Вы еще не раз увидите, как я провожу свой день. Вот, в общем, спасибо за просмотр. Я благодарю вас за пальчик вверх. Думаю, вам понравилось. Всем пока, до новых видео.